Здравствуйте, дорогие друзья. Это стихотворение называется «Ретушь». Отретушировать, завуалировать. Не так-то просто нашу жизнь. Удары следует парировать, беря крутые виражи. Ведь наша жизнь-то в сущности война. Не все в ней так уж хорошо. Плачевный часто у нее финал для тех, кто до него дошел. Но, к сожалению, не изменить событий непрерывный ход. Никто, увы, не знает наперед, что, где и с кем произойдет. Вот такова жизнь, дамы и господа. Либо живите, либо, на крайний случай, можно покончить с собой, но я это не советую. Спасибо.